И всем привет, с вами я, Тимур Гамбро, и сегодня у моего канала день рождения, наконец-то. И на днюху канала я как раз подготовил 3 подделки из Лего Техник. Ну, там 2 мотоцикла и еще одна подделка. Давайте начнем вот он менее интересный. Кстати, хочу сказать, что инструкция будет в этом же ролике. Вот такой небольшой мотоцикл. Не помню, это какой мотоцикл. Какой-то, по-моему, ковбойский. А, еще у него сидушка двигается. Колеса крутятся. Он не стоит на месте. Ну да ладно. Главное, что у него есть ролевуха. Кстати, ребят, как я и говорил. Как я и говорил, я буду разыгрывать вот эту картину среди вас. Моих подписчиков. Для меня, как моя семья. Тут из вас мало того, что получил мою картину. Картину. Сюрпризик. Кстати, ребят, может быть, на 3-летие канала сделаю большую такую картину на лист А4. Кстати, ребят, чтобы выиграть эту картину, вам нужно будет написать любой комментарий, и я с вами свяжусь. Ну или оставить ссылку на какую-нибудь соцсеть типа Инстаграма. Лучше, конечно, просто коммент написать какой-нибудь. И первый, кто напишет, выиграет. И прям похожую картину на листе А4. Прикольно было бы. Прямо большая. Не знаю, какие листы склеить. Ладно, ребят. Давайте, что ли... Сделаю инструкцию. Давайте. Итак, ребят,
теперь я хочу показать вам вот такой обычный мотоцикл. Ну, поворот колес. Градусов 96-94. Он с места может повернуть в обратную сторону. В нем около сотни деталей. Давайте же его тоже соберем. Так, ребят, и последняя построечка на сегодня. Это у нас вот такой погрузчик. Он очень крутой погрузчик. У него поднимается эта хренотень. Заднее рулевое. Ну что-то вот тут нет. Конечно, сзади крышка. Не важно. Вот так. Допустим, он заехал. Взял. Можно туда поставить обычный червяк, но не будет разницы. Работа сделана. Любое управление работает
Очень легко. Это у меня синяк там, напишите на него. Давайте начнем. Так, ребят, мы закончили. Ну, как вы могли понять, я разобрал и обратно перемотку все вставил, поэтому начать. Взглянем, ребят. Давайте перейдем к сути. Давайте перейдем к каналу. Что ли? Канал мой, Тималерамбро, был создан просто... Я хотел видео снимать, чтобы меня реальные люди смотрели. Как я с Ютубом познакомился, я не помню вообще. Это очень давно было. И каналу сегодня исполняется 2 года. Реально сейчас. Эльвит. Канал был создан 10 августа 2019 года. Все лето уже почти прошло. Меньше месяца осталось. Ну, кто-то сейчас смотрит моему каналу, может быть, уже 10 лет. Не знаю. Кстати, ребят, если моему каналу сейчас 10 лет, те, кто там из 30-го, 31-го, кто из 31-го, скажите, вышел ли еще мой ролик про то, что я заснял в 2021-м? То есть, как бы я из прошлого. Да-да-да-да, спойлеры. Сегодня днюха канала можно. Поэтому, ребят, реально. Поделки. У меня больше 200 видео.
каналу, у которого 200 видео, это больше 200 видео. На вид очень много, но на самом деле не так, что и много. Ребят, круто. Я хочу, наверное, попытаться к 3-летию канала добить 1000 подписчиков. Очень сильно. Хочется добить хотя бы 10 тысяч до 5-летия. Наверное, очень хотелось бы. Поэтому только вы можете мне помочь. Сделайте красную кнопку, подписаться серой. Пожалуйста. Это реально для меня будет очень приятно. Ладно, ребят, всем пока, с вами был я, Тимолин Гамбро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Поздравьте мой канал. Поздравьте Тимолин Гамбро. Занюхай.